Главой Республики Ингушетия Махмуд Али Макшариповичем Калиматовым вручается ценный подарок заслуженному мастеру спорта России по дзюдо Магушкову Мусеху Жахметовичу автомобиль марки Toyota Camry. Я все-таки несколько слов скажу. Сугах коли ошибка же допускать до азы. Чабех пях абсух, муса. Нах. Хугульчар, хагаргал нах, хубаеш. Сугульчар бях пях абсух. Вот не настолько я внимание уделил вот нашему участнику, да. Пойдешь, Валшон, ты с Дину Кунул и признавать свои ошибки тоже надо. Вот я перед тем, как тебе вручить, признаю, что, ну, все-таки какую-то часть там по возможности, да, потому что я человек, который работает для людей, для республики, для жителей, и у меня лишних средств нет. Я не могу вот так вот взять, со-бизнесмен вас, банкир вас, вот. Поэтому я свою линию веду. Но я мог бы, конечно, у нас есть великолепные спонсоры, инвесторы. Я не додумал. Так что Сулбек звал меня по интервалу. Вот. Поэтому сегодня я от души обрадовался, что у нас есть кандидаты. Где у нас Барахоев Бекхан? Есть он? А, вот Барахоев. Его инициатива. Вот. Тоже меня неловкое положение поставил, говорит, вот как бы нечестно, Танька, наш визор, Сурожик, я говорю, нет вопросов. Поэтому давайте так, от всех этот автомобиль, вот, мы понимаем, что это ничего не значит для тебя, мы чином, но все-таки справедливость восторжествовала, так что вы меня это, конте дал уж.